Добрый вечер, уважаемые телезрители. Божие благословения над вами. Храни вас всех Господь. Очень много вопросов, и я стараюсь, чтобы как можно больше их вошло в наш эфир. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. У меня вот такой вопрос. Дорогой владыка Владимир, меня очень интересует вопрос. Митрополит Омский и Таврический Владимир. Хочу пожелать вам, чтобы вы жили в мире, в дружбе, помогали друг другу. Потому что там, где мир, там и Бог. В программе «Благовест. Слово пастыря». Мы работаем в прямом эфире. Звоните к нам в студию. В среду в 19:15 на 12-м канале.